полиция и местные жители проводят срочную операцию по спасению кондоров. Птицы по неизвестной причине стали падать на землю, летая на низкой высоте, врезаясь в скалы и провода. Мы сформировали группу, все мы друг друга знаем, и начали спасать кондоров. Огромных птиц отправляют в местную ветеринарную клинику на лечение. Специалисты считают, что диарею и ненормальное поведение у кондоров вызвало отравление неизвестным токсином. У них признаки интоксикации. Их лечат, поэтому мы надеемся, они смогут вернуться в дикую природу. Но на самом деле там, в горах, может быть еще много отравленных кондоров. Именно поэтому Управление сельского хозяйства и животноводства совместно с охраной и пожарными развернуло операцию по их поиску. Они также нашли 2 мертвых кондоров и 4 лис, так что ситуация достаточно серьезная. Как сообщают местные СМИ, всего удалось обнаружить 10 самцов и 7 самок больных кондоров. Сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров. Зоологи тем временем видят в этом случае отравления угрозу всей популяции этих огромных птиц. И говорят, что если в этом виновны люди, их необходимо призвать к уголовной ответственности. Кондор находится под защитой и входит в категорию животных, которым грозит исчезновение. В таких странах, как Венесуэла, он уже исчез, а в Колумбии и Эквадоре находится на грани исчезновения. Учитывая это, речь идет о преступлении, и мы надеемся, что его расследуют быстро. Андский кондор – самая крупная летающая птица западного полушария. Испокон веков его очень почитают местные индейцы. Кондоры теряют среду обитания из-за деятельности человека, а также нередко гибнут в результате отравления свинцом, когда им попадаются останки животных, убитых охотниками свинцовой дробью.